В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы предлагаем свое вещание на русском языке на коротких и средних волнах через спутник и в интернет. Подробно о времени и частотах нашего вещания вы можете узнать на веб-сайте nhk.jp/russian. Приглашаем послушать наши программы. Дорогие радиослушатели, в эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. В Токио в районе Сибуя в полдень по японскому времени идет дождь. Температура воздуха 10 градусов тепла. Мы начинаем нашу передачу информационного выпуска, в начале которого коротко о главном. Джо Байден.